Поздравление очень странных людей. Итак, поджопник. Поджопник и смешной анекдот. Два. Значит, от волшебницы... Изумрудного города. Изумрудного города. Злая волшебница. Гингема. Ах, господи, рекру там в купальнике. Я желаю тебе бегать по маковому полю. А я думал по белому, по белой стене, потому что маковое поле. Ладно, хорошо. По белой стене и по маковому полю. Потом, смотри. Я желаю тебе, это уже 4, я желаю тебе, чтобы связи, которые у тебя есть в этой жизни, только крепли. Не так, как в этой веревке, хотя она, в общем-то, даже ничего, да. Никита! Мы желаем тебе встретиться с горячими марокканскими женщинами. Марокканскими бумбарашами, или как ими? Маракасами. Ты считаешь? 10. Я желаю, чтобы у тебя была не заканчивались никогда фломастеры. И были миллионы фломастеров. А что надо делать, чтобы у тебя никогда не заканчивали фломастеры? Надо на себе их нарисовать, а их на дольше хватит. Машка, я желаю тебе, чтобы у тебя было много конфет, и ты их ела, и у тебя не было аллергии. Да. И не болел живот. И не болел живот. И не болели глаза. Да. Что? Анекдот смешной. Чтобы твоя машина была быстрая, как Маккуин, тачка. Тачка Маккуин. У тебя был Спайдермен. Замуж. Очень интересные у вас пожелания. И серьезные. Я не понимаю. Это отпугивание от злых духов. Да. Злые духи тебе не цепляются. Да. И я тебе желаю. Много путешествий. Много да. путешествий. Жизни на колесах и много путешествий. Пучком. Так вот, только наверх, как эта лестница. Какая лестница? А, в паркетике рисунок идет наверх. Чтобы ты никогда не обижалась. Чтобы ты никогда не обижалась, в конце-то концов. Да. Это я хотел сказать. Ты сказал. Марина повторила просто. Я просто повторила. Это считается тебе засчитывается. А что еще? Цветов, вон много цветов. А, ты же желала, да? Маковое поле. Бегать, валяться и прыгать. Чтоб ты собрала вот этих всю серию. Всю коллекцию и всю серию. Да, и пела себе в свое удовольствие и всем, чтобы это нравилось. Массировала себе задницу, и у тебя не было никогда целлюлита. Вот. Вот, массажные мячики. Что еще? Чтобы никто не понял. Да. Чтобы носки всегда были парами. О, класс. Это да. Как так это у меня получилось? Чтобы у тебя было денег. О, да. Машка, чтобы было много денег, но все равно никому не мешает. И чтобы у тебя была хорошая линейка. Чтобы появилась веревка. И какая-то она была тебе нужна, и ты думала, где же найти веревку. Чтобы у тебя был
Все, у нас не пошло. Нет, есть еще все хорошо. А, чтобы у тебя был пауэрбанк. Банк. Чтобы у тебя был банк, мощный банк свой. Чтобы он был встроен в тебя. Да, точно. Никита помазал под мышками. Теперь как знающий мужчина. Все, может идти на свидание. Хватало времени на медитацию. На самое важное, да. На самое важное в жизни. Чтобы ты поняла, во-первых, что такое, что самое важное в жизни. А потом, чтобы хватало на это время. Вдохновение и силы. Надежные защитники. О, класс. Это же Махакала, он дай приближу. Покажи еще раз, это же Махакал. Это Махакалка. Такая плиту, такие защитники. У меня тоже есть такая же Махакалка. У тебя две у тебя на твоей чемодане, на твоем. Это же Махакалки. Две на моем чемодане. Да. Чтобы ты всегда находила контакты. Контакты. Для подзарядки. И за тебя, и других. Да. Все, там было 35. Там было 35. Теперь должен волшебник появиться. Волшебник. Это Никита. Ну ладно, я буду волшебник. Сейчас я поставлю. Зомби-волшебник! Зомби-волшебник. Самое главное, это конструктор Лего. Чтобы вся твоя жизнь складывалась из маленьких приятных моментов. И ты замечала каждый из них. И, в общем, они создавали твою жизнь. А чтобы ночью, когда ты шла босыми ногами по дому, ты не наступала. Чтобы они уже были сложены в большую какую-то конструкцию. Да, чтобы не давить тебе на пятки. Большая девочка. Пока! С днём рождения, Машенька! Пока! Кадры, которые не прошли.